Серия мощных взрывов на фабрике по производству взрывчатки в Болгарии унесла жизни 15 рабочих. Еще трое получили ранения. «Я был у ворот в нижней части», – рассказывает очевидец, – «и над моей головой пролетел огромный кусок бетона». Инцидент произошел в районе села Горный Лом, в 150 километрах от столицы страны Софии, в среду около 5 вечера по местному времени. Взрывы были настолько сильными, что спасатели смогли проникнуть на пострадавшую территорию лишь спустя сутки. Буквально цеха испепелен, няма цех. Завод был буквально испепелен, рассказывает генеральный секретарь МВД. На месте не осталось никаких зданий. Полиция оцепила район. Мы используем тепловые камеры и другое оборудование для поиска выживших. Мы видели животное, но никаких признаков оставшихся в живых людей нет. Известно, что в среду вечером рабочие занимались уничтожением старых мин, но точная причина взрыва пока неизвестна. 2 месяца назад правительство предупреждало о серьезных проблемах с безопасностью на частном заводе, где произошел инцидент. Проверка показала, что правила хранения боеприпасов нарушались, а для уничтожения взрывчатки использовалось устаревшее оборудование. В четверг в Болгарии объявлен день национального траура.